Привет. Вот только что я доделал один очень интересный кабель. Ну как интересный? Для меня интересный. Так вот, у него с одной стороны стандартный Apple-овский 30-пиновый коннектор весь в изоленте. С другой стороны USB и мини-джек. Ну, стандартно. Мини-джек для вывода звука, USB для зарядки, возможно, для синхронизации. Ну, неважно. Для чего тут изолента? Сюда, помимо всех обычных разъемов, встроен радиоприемник для управления. То есть, вот с помощью вот такого пультика, у которого с другой стороны написано радиус, и есть клипса, можно управлять воспроизведением любых айподов, айфонов и так далее. Сейчас покажу, как это все работает. Значит, здесь у нас есть iPhone 4. Итак, подключаем кабель. Для теста заряжания используем такую домашнюю зарядку. В машине может быть автомобильная зарядка. Да, при подключении нам показывают, что этот аксессуар не оптимизирован для iPhone. Игнорируем. Для тестирования аудиовыхода используем вот такой кабель, в котором у нас на входе мини-джек, на выходе два мини-джека мамы. То есть, получается, мы можем один присоединить сюда, а слушать через другой выход. Ну что, поехали? Так, вот. Жмем, работает. Можно слышать, что я не соврал. Звуковой выход действительно есть. Можно переключать треки. Можно добавлять громкость, но это, наверное, эффективно будет только для гарнитуры, потому что здесь у нас линейный аудиовыход, то есть со своей магнитолы регулируйте, сколько вздумается. Вот такая штука получилась. Спасибо за внимание.